Приветствую. Мне совсем некогда заниматься каналом. Видео по психологии вообще уже. Не знаю, как, на какое время неопределенно отложится. Что хочу сказать. Всегда рационально распределяйте время в своей жизни. И выделяйте внимание только самой-самой главной цели, которую вы для себя поставили. Потому что иначе просто вы распылитесь на множество различной ерунды. Вот поэтому пока временно я пропала. Ну, где-то все-таки думаю в праздники, если успею, 8-го. 7 марта кое-что дам последнее, и все. Наслаждайтесь теми видео, которых море просто на моем канале, можно найти любую информацию. Все, всем удачи, всем успехов. Что там обещала, все дам по минимуму. И самое главное, вот что бы там ни происходило, все равно чувствуйте удовольствие в жизни, проживайте это удовольствие и стремитесь, чтобы вот эта вот ценность удовольствия, такого кайфа от жизни не терялась. Чтобы это как вот такое зернышко, да, было, такой заряд творчества, бодрости, силы духа, совести. И самое главное – счастье. Потому что много говорят, вот я даже со стороны так смотрю, да, в ТикТоке, это так. Люди говорят, как построить отношения, как быть счастливыми, сами таковыми не являются. Поэтому вот просто закройте глаза, и так вы, как кошка на солнце, насладитесь, да, что вы живы, что вы дышите, что вы здоровы. Вы счастливы, любимы, что вы любите. И просто кайфуете. Кайфуете от этой жизни. Все. Всем удачи, успехов, здоровья, денег, любви. Всего-всего, о чем сами мечтаете. Но не забываем. Прилагаем усилия. Все. Люблю.